В селении Тинягар по инициативе заместителя главы администрации Лениногорского района по Тинягарскому региону Эльдара Ахмедова были проведены соревнования по разным видам спорта. Организовал состязание районный отдел молодежи и спорта. Команды селений Тинягар, Орчусам, поселка Ленингор и пожарно-спасательной части номер 6 продемонстрировали свои футбольные навыки, стратегию и стремление к победе. Завораживающие голы, точные пасы и великолепные сочетания на поле подарили зрителям настоящий футбольный праздник. Хорошую физическую подготовку жители района показали и по армрестлингу. Спортсменов поддерживали друзья и односельчане. На стадионе стояла атмосфера настоящего спортивного праздника. Участники соревнований боролись за победу и в волейболе. В завершении спортивного дня победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами администрации Лениногорского района. В весовой категории до 75 килограммов по армрестлингу уверенную победу над соперниками одержал Георгий Джиранов. В весовой категории 90 килограммов лучший результат показал Заур Хубулов. А в самой тяжелой весовой категории свыше 90 килограммов сильнее всех оказался Таймураз Гуцаев. С большим количеством забитых мячей в ворота соперника победу в турнире по футболу одержала команда молодежи селения Тинягар. Второе место тоже заняла команда Тинягара. В ней играли более взрослые футболисты. Третье место досталось команде пожарно-спасательной части номер 6 поселка Ленингор. В волейболе первыми оказались тинягарцы, второе место заняли игроки поселка Ленингор, а на третье место вышла команда селения Орчусан. Лучшим игроком по футболу был признан Константин Хачиров, по волейболу не было равных Гасану Расулову. Завершился спортивный праздник концертной программой с участием хореографического ансамбля «Арворон» Дома культуры селения Тинягар. Анжела Кукоева, Геннадий Мамитов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.